Всем привет, и сегодня я, как всегда, возродился на пляжике и начинаю новое соло выживание. Решил я уже построиться возле маяка неподалеку от подводной лаборатории, чтобы почаще ее лутать. Ну а чтобы не растягивать надолго начало, я успешно пофармил ресурсиков, отстроил первоначальную кибу, ну и после чего я снова отправился фармить. Ох уж этот раст. По-моему, на улице кто-то есть. О, чудо какое-то плывет. Клиент получается. Чел, ты чё? Ревик мне пришел подарить? О, на базу. Все. Плюс ревик. What do you do? Camping me, camping, yeah, yes, yeah, camping, camping. Row. Okay. And, be ready for me to blow your little shack right here off the fucking beach. Go, bitch. Hi, man. What do you doing? Уйди, бля. Ты че? Да ну я без ничего вообще. Дай что-нибудь. Я только заспавнился. Да нет, нет. Ты зарядил это или че? Или как? Да. Круто. Верстак. Прикольный, кстати. Водичку можно взять? Спасибо. Ну, ладно, я пошел. Ты зачем дверь ломаешь? Зачем? Нет, не моя дверь. Хочу посмотреть, что там. Правильно, давай ломать вместе. Слушай, отдай Йоку, я ее сейчас себе организую и принесу тебе, может быть, лута. Дай Йоку. У меня не заряжены. Я потрачу все. Я понял. Там просто чувак сидит в доме, блядь, с Томиком. Да, я думал, не может надо, пойти залезть. Не надо. Ну ладно. Здорово. Я тебе воду назад принес. Держи, на, попей. Тут, кстати, шкаф стоит. Ладно, пока. Не понял. Теперь понял. Man, you crazy. Sake, man. Thank you, bro. Правильно. Суицид из выход. Фармилки, это нам, ну, нравится такое. Со временем я решил отправиться в подводную лабораторию, где смог налутать очень много полезного, а также нашел СМГ, после чего я увидел, что был сброшен крейт на РТ неподалеку, и я тут же решил пойти туда, но столкнулся с этим парнем. Нихуя себе, блин. Нихрена себе, блин. Чувак. Ты как? Тебе нормально вообще? То есть это в домик или что? Ань? Зачем ты меня так сильно пугаешь? Блять, я хотел только пойти на эту хуйню, ёб твою мать. Что у вас здесь происходит? Ну это точно не здесь. Окей, ладно. Хуй с ним.
такое надо нанести домой, точно. Так, опять какие-то бомжи возле моего дома бегают. Ну что это такое, а? Нельзя так. Нельзя. Hello, man. Хуял. Сынок ебаный, блин. Походу охуел. А, опять фарм. Неплохо. Сократил мне немножечко времени, чувачело. О, а вот и еще немножечко камушка. Ох, утро походу у нас тут начинается не с кофе, а с плохих соседей. Да? Плохие соседи. Ой. Чина! What do you think, idiots? Не, ну если так, то я вообще-то что-то как не понял. Что вообще здесь происходит, блять? Так, надо срочно пытаться застроиться, потому что другого выхода у нас нету. Не надо, дядя, не надо. Блять, камня, сука, не хватает, ёб. Фух, блядь, еле успел, пиздец. Ну да уж, ничего не оставили. Домой. Что ты тут своей пяточкой сверкаешь? Бля, ну почти двоих убил. Ну что такое? Почему так не везет? Не понял. А кто это у нас здесь строится? Опа, переехать решили. Оу, щит, мэн, это что, мне? Это все мне? Братик, от души, спасибо. Спать, дурочка ебаная, блять. Ну а дальше я унес все ресурсы подальше от их дома, спрятал в стэше, после подождал, пока все утихнет, и забрал все домой. Ну и конечно же я начал готовиться к рейду, ведь я не мог так просто этого оставить.
Так, не, ну по идее, мне кажется, самое время мстить. На рассвете, так сказать. Уже чуть видно. И не видно. Все, ребятки. Дрейдер, блин, меня, да? А где тут спрятаться можно будет? Тут лучше накидывать-то. Походу никак, только по одной надо. Черт, блять. За имбирь. За имбирь. Ну все, мое добро. Что тут из интересного вообще, в принципе? Ну, камушек мой, красная карточка. В принципе, это все мое. Да, 800 скрапа. Неплохо. Ребята, достойно. Действительно достойно. Ну, нормально пойдет. По серии, конечно, не сильно, но скрап. It's good. Все, моя хата. Кильнусь, наверное, и прибегу уже снаружи.